Эта история не о затворниках, а о людях, столкнувшихся с бедой и болезнью. Татьяна Зиновьева не видела Волгу уже 10 лет. Александра Белоусова и вовсе никогда не была на пляже. Муж умер, и все. Я одна. Сын потом умер. Ну и все. Можно сказать, кончилось все это. И Волгу забыла. А так получилось. Работала день и ночь. С работы на работу шла. Надо было семью кормить. Сейчас они постояльцы в обители милосердия в честь великомученика Дмитрия Солунского. Но чтобы жить и радоваться, повод не нужен. Служители обители совместно с городским департаментом опеки, попечительства социальной поддержки и телеканалов «Самара ГИС» организовали для наших героев пляжный день. На набережную в районе Некрасовского спуска, где оборудован доступный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья, их доставили на социальном такси. А на берегу под опеку взяли волонтеры. Мы помогаем им спуститься, если это необходимо. Можем предоставить лежаки, чтобы они отдохнули, загорели также. Если хотят искупаться, у нас также есть специальная коляска. Мы сажаем их туда и потихонечку спускаем к Волге и, конечно же, купаем. Прелесть, это чудо. Люди радуются, купаются. Это прелесть. На самом деле это праздник, такой праздник. Я просто забыла. Даже вот пощупать Волгу и то. Результат – счастливые загорелые лица и масса положительных эмоций. Но главное – такие истории – это показатель, что отдых без ограничений доступен каждому. Отметим, что Татьяна Зиновьева стала героиней нашего нового проекта «Обернитесь», который выходит на телеканале «Самара ГИС» каждый второй вторник месяца. Ольга Хамракулова, Григорий Плешаков. События.